бескрайние поля. Светлый ангел летел, что-то тихо шептал, где-то громко пропел, рассказал про судьбу, рассказал про мечту, про земные дары и небес красоту. У него был с собой небольшой белый храм, и, встречая людей, он был каждому рад. Он дарил всем цветы, прижимался крылом, ну а каждый из нас отворял ему дом. Если мы не грустим, значит не время грустить, значит есть еще то, ради чего хочется жить. Если нужно страдать, значит будем страдать, значит будем терпеть, будем верить и ждать, когда станет светлей, когда станет легко, когда в наше окно постучится тепло. Если это апрель, значит это весна, значит с нами любовь. Светлый ангел летел, улыбался всем нам и в глаза всем смотрел, отгонял от нас боль, холод, страх и тоску, а под ноги стелил расписную листву. Он просил быть добрей, жить без войны, без лжи, не рассеивать зло, не искать миражи, быть друг другу родней. Если нужно, прости. В общем, он предлагал просто радостно жить. Если мы не грустим, значит не время грустить, значит есть еще то, ради чего хочется жить. Если нужно страдать, значит будем страдать, значит будем терпеть, будем верить. Когда станет светлей, когда станет легко, когда в наше окно постучится тепло. Если это апрель, значит это весна, значит с нами любовь. И ее до хрена. Возвращался домой. После праведных дел он унес с собой груз и забрал все грехи и прилег отдохнуть у небесной реки. Если нужно страдать, а значит будем страдать, значит будем терпеть, будем верить и ждать, когда станет светлей, когда станет легко, когда в наше окно постучится тепло.
за ребята. Спасибо, что пришли. Можно было поехать на дачу, но вы не поехали. Вы пришли к нам. Спасибо вам. Спасибо за этот вечер. Круто просто. Спасибо.